Аблайхан Шарипов – главный специалист областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Он услышал, что в центральной мечети открыт прививочный пункт и одним из первых пришел на вакцинацию. Надеюсь, что это покажет положительную динамику в общем на статистике города, уменьшение количества заболеваний. Ну, я получил как бы то, что заботиться о здоровье не только себе, а своих близких, то, что я как государственный служащий, то, что переживаю своих близких, решил сегодня получить данную вакцину. Этот пункт будет работать в течение всего месяца Рамадан с 10 утра до 5 часов вечера. Стоит отметить, вакцина противопоказана при острых хронических заболеваниях, а также беременным женщинам. Человек, который уже переболел, также не прививается в течение полугода. В прививочный пункт центральной мечети привезли 50 доз вакцины гамм-ковид-вак. Передвижные прививочные пункты были установлены в учреждениях, в которых находятся осужденные, расположенные в селах Гранитные, Кирпичные и охватили 130 человек. Помимо этого, в фельдшерско-акушерском пункте мы открыли передвижной пункт для жителей села Нурлыкош. Коллектив Хоум-кредитбанка изъявил желание вакцинироваться. Передвижной прививочный пункт посетил учреждение. Прививку получили 20 человек. Только что получила вакцинацию. В принципе, вообще не больно, даже неощутимо. А в целях прекращения распространения эпидемии в Казахстане. Как отмечают врачи, вакцинация проводится строго после тщательного обследования. Мы проводим перед тем, как делать вакцинацию, мы осматриваем пациента обязательно, проводим пульсоксиметрию, термометрию, проверяем артериальное давление, осматриваем. Стоит отметить, после двух этапов вакцинации в специальную базу будет внесен паспорт. С помощью мобильного приложения ЕГОВ можно увидеть подтверждающий документ в графе «Прививочный паспорт». Камшат Такишот, Лекайжан, Василий Вережников, Кукшак Парат.